Переведено и озвучено Никмос. Привет и добро пожаловать на стресс-тест Феррари номер один. Последняя машина дошла до теста номер три. Посмотрим, что с ней. А где остальное? Это все, что мы нашли. Знаете, владеть Феррари не так уж и плохо. Мне реально приносит удовольствие эта штука. Не знаю, что все говорят об этих письмах и иска, которые я получу из-за нее. Но, чел, я люблю эту тачку. Прям. Эй, ты нам заплатишь? Когда-нибудь? Уже давно пора? Да, я... Я постараюсь разобраться с этим, может, через неделю. Письма от фанатов. Сука! Твою мать! Я написал песенку. Она называется... Вам не нравится, как я обращаюсь со своей Феррари? Вы обращаетесь со своей Феррари очень бережно? Понял, типа у них, походу, и Феррари-то нет. Мне очень интересно, насколько прочны у Феррари зеркала. В основном от того, что они страшные. Это самая уродливая часть тачки. Как нам их убрать? Ты можешь пилой срезать? Пилой? Да, кажется, у меня есть такое. Нет, я сомневаюсь, что она там есть. Тут есть это. Чё? Погодь. Той, это телек? О! Да, вот она. Они случайно не 10к стоят? Зачем я это сделал? Коди, тебя вечно заносят. Дайте мне скотч или что-нибудь. Давайте... Ты не... Давайте подкатим ближе к воде. Прям с этого холма. Стой, что? Нет, Коди, нет, нет, Коди, нет! Чё у тебя там? А, просто наживка. Наживка лимон. Лаймы. Рыба не клюнет на лимон. А на это? Коди, это просто другой лимон. О, блин, воду. Ах, да. Нет, не так. Отойди. Отойди от моей наживки и лайма. Сорян. Приехали закупить хавчика, но не для меня. Чекайте вот этот пикап. Мой тоже красный. Окей. Положим сюда. Чё за нах? Они сука хорошие друзья. Давай еще чутка. Еще, еще. Окей, пофиг, нормально. Да, это жрачка для кенгуру. Вот так, да. Окей, отлично. Вот так, хорошо, хорошо. Реально удобная штука Феррари, это вот это отверстие. Это круто. Отличная тачка для фермерства. Это Бен из городского спасательного ранчо. Мы будем тусоваться вместе с капибарами, а они будут наслаждаться прекрасной поездкой на Феррари. Гор! Гор! Ребят, назад, мы их пугаем. Его можно чмокнуть. Мы хотим посадить его туда, под кондей, чтобы он почилил. Гор, хочешь арбуз?
Ух ты, бля! Мы агрессивно водим, да? Любишь животных? Да, очень. Тогда назови 5 животных. Назови каждое животное прямо сейчас. Пес? Кот? Коричневый пес? О, они не едят фрукты. Я видел, они ели газель. Им надо скармливать живых животных. Келлер, иди, иди. Типа, покорми их, что ли. Я сказал, не накорми их, Келлер, а покорми их, Келлер. Ну не в пруд. Ты сломал ее. Смотри туда. Чел, пруд вон там. Огонь, 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 огонь! Черт, она горит, блять, блять! Снимай, 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 снимай! Ну что ж, а на этом все, ребята. Для вас старались я, Антоха, несменный голос этого канала, Никита. Он является несменным монтажером этого канала. И другой Никита, наш переводчик. Тоже несменный. Обязательно подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, в Телеграме, на канал. Обязательно подпишитесь, поставьте лайк, напишите какой-нибудь интересный комментарий, понравился ли вам этот видос или нет. И огромное всем вам спасибо за просмотр. Увидимся!